Да пока никаких. Хотя нет, знаешь что, Аллочка? Пожалуй, кое-что будет. Во-первых, пускай ковер в кабинете свернут, надоел. Во-вторых, чтобы в буфете с этого дня была только Кока-Кола и никакой Пепси. В-третьих, Малют у нас больше не работает. А почему? Да потому что он нам тут нужен, как собаке пятая нога. Сценарий только чужой портит. А потом мы на бабки попадаем. А ты, Аллочка, запомни. Когда я что-то говорю, ты не спрашиваешь, почему, а берешь на карандашик. Поняла? Да. Ну вот и хорошо.